Вообще рыба стала, не стала, можно сказать. По крайней мере, я сколько ходил после этого, ни разу ничего не понял. Да и у рыбаков спрашивал тоже так же. Не клюет. Клев пропал в пруду, утверждают рыбаки, из-за соли в водоеме. Почувствовали соль и садоводы, и забили тревогу. Такая вода даже для полива не годится. Вот землянику только, ведь вот чуть-чуть, вот я вот, знаете, не то что поливала, а вот только чуть прыснула. Посмотрите, что есть. Земляники не было. Вот от этой воды. Обожглась и смородина, сетует Александра Чуракова. Избежать большего урона помогли соседи. Они вовремя предупредили, вода плохая. Мне кажется, все-таки нефтяники небрежно что-то сделали. Я так считаю, потому что в тот раз тоже так же ведь было у нас. 20 лет тому назад точно так же было. Так тогда у нас и малина, и все, абсолютно все погибло. 20 лет назад ЧП произошло по ошибке геологов. Из-за наспех ликвидированной нефтяной скважины потекли пластовые воды. В результате рассол оказался в пруду. Нынче, уверяют огородники, причина та же самая. Эксперты делали анализ воды. Содержание хлоридов превышено в 14 раз. Но спросить не с кого. Возмущаются жители. В Росприроднадзоре дают свое объяснение. Очень сложно оценить ситуацию, объективно дать оценку. Возможно, порыв трубы, возможно, выход пластовых вод на поверхность со старых скважин. Установить причины источника, также лица, допустившие попадание солей в водоток, не представилось возможным. В связи с чем дело об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава правонарушения. Таких заброшенных скважин в Удмуртии достаточно. И сегодня республиканские власти совместно с нефтяниками разрабатывают идею создать специальный фонд, деньги из которого пойдут на консервацию и ликвидацию таких объектов. Есть предложение, в том числе и Роспотребнадзора, и правительства, создание специального фонда по ликвидированным скважинам. Все документы мы подготовили полностью. Как этот фонд должен выглядеть, куда он должен тратиться, за счет каких средств он должен наполняться. Вот сейчас направили буквально сегодня письмо, писали правительство, одобрит, не одобрит эту идею. Сегодня же в Росприроднадзоре заверили, в водоеме превышение соляных веществ не обнаруживается. Лабораторные исследования подтверждают и обитатели пруда. Стая уток, прижившаяся здесь, вернулась. Светлана Буланова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».